Всем привет. Blaster Master как-то прошел мимо внимания игроков стран бывшего Советского Союза, равно как в Японии, в отличие от Соединенных Штатов Америки. В 90-х я столкнулся с этой игрой на китайской двухигровке, где китайцы поместили «Назад в будущее 2 и 3», это название игры такое, а в Blaster Master поменяли заставку, написали, что это «Назад в будущее 4». Я хорошо помню, как играл в обе игры в 90-е. К тому времени у меня уже появилась своя приставка Dendy Junior с ее хлипкими джойстиками, в которых то перетирались провода у основания штекера, то переставали работать кнопки. Приставка стояла на табуреточке под телевизором «Весна», а я сидел в кресле перед телевизором. Я тогда жил на улице Бастиона, рядом с ботаническим садом, и когда играл на приставке, обычно ночами, то через открытую летом дверь балкона была видна черная, тихо шумящая листва деревьев палисадника, а за ними бассада. Весной оттуда доносился запах цветущей сирени, яблони, вишен. В такой атмосфере я прошел много игр. Картриджи я обычно не покупал, а менял с доплатой, но любимые оставались в коллекции. Одним из таких избранных картриджей и стала двухигровка с Blaster Master и «Назад в будущее». Про «Назад в будущее» я, может быть, сделаю отдельную передачу, хотя я тогда ее так и не прошел. Смысл игры сводится к тому, чтобы в трех разных временах найти предметы, разнести каждый предмет в свое время и свое место. Для этого надо нарисовать карту игры и написать, где какие предметы лежат и куда их надо отнести. Признаюсь, не завершил сей великий труд до конца. А вот Blaster Master я прошел. Сюжет? Для меня это была игра без сюжета. Инета, по сути, еще не существовало. Журналов про приставочные игры у меня не было. Да там и не печаталось ничего, кроме чит-кодов. Поэтому я просто играл в Blaster Master, не заморачиваясь состоящей за экраном историей. А она у японской и американской версии существенно отличается. Однако об этом позже. Американская версия называется Blaster Master. Японская Chou Wakusei Senki Metafight, что в переводе значит сверхпланетная военная история Metafight. Обе были выпущены компанией Sunsoft в 1988 году. В 1996 году пираты переименовали Blaster Master в Back Go to the Future. Такую версию я и прошел в 90-е. Над игрой работало по большому счету всего 5 человек. 2 программиста, главный дизайнер, дизайнер персонажей, звуковой программист. Основным желанием разработчиков было поразить игроков всем, чем только можно. Звуком, наибольшими на платформе NES боссами, небывалой свободой перемещения, нелинейностью. Конкурентом игры разработчикам виделся, пожалуй, только Metroid. Вот его и предстояло превзойти. Программисты Blaster Master Кенджи Сада, он же Сента, и Кенджи Кажита, он же Канз, были не из Sunsoft, а из Takai Engineering. Или оттуда был только один из этих программистов, я точно не знаю. Главным создателем Blaster Master справедливо можно назвать Йошиаки Ивату, он же Фанки, который придумал концепцию игры, название, делал карты уровней, рисовал персонажей и боссов. Известный в основном как создатель Blaster Master, Йошиаки Ивата засветился так же, как дизайнер Гремлинов 2, Бэтменов, Возвращение Бэтмена, а также как художник в первом Бэтмене, Afterburner 2 и Fantasy Zone. Музыку к игре написал Наоки Кадака, он же Катака, который до работы в Sunsoft делал рекламу для радио и телевидения. В отличие от композиторов Capcom, которые сами были непосредственно вовлечены в технический процесс записи музыки, Кадака сочинял музыку дома, нотами на бумаге, потом приносил ноты на работу и передавал местным звуковым программистам, иногда, впрочем, с демокассетой. И затем указывал им, вот та партия должна звучать так, а та эдак.
Послужной список композитора Наоки Кадаки очень велик. Это несколько десятков игр 80-х и 90-х годов, из которых для платформы NES назову Super Spy Hunter, Blaster Master, Freedom Force, Ripple Island, Afterburner, Batman, Faster's Quest, Gremlins 2, Batman, Возвращение Джокера. Позже Наоки Кадака отошел от участия в озвучке игр, стал профессором и преподает теорию музыки и смежные дисциплины. Звуковики Sunsoft выжимали из железа Famicom максимум. И действительно, звук в играх от этой фирмы всегда на высоте. Иногда даже использовалась программная реверберация, а в качестве некоторых инструментов короткие сэмплы, как, кстати, в Battletoads. Реверберацию можно слышать в Blaster Master в звуке взрыва танка. Вот имена звуковых программистов Sunsoft. Они же, впрочем, зачастую писали и музыку. Называю имена и наиболее известные игры. Нобуюки Хара работал над Бэтменом, Gremlins 2, Super Spy Hunter. Наохиса Морота работал над звуком в Afterburner, Batman Fantasy Zone. Он же был одним из программистов в Castlevania и Castlevania Legacy of Darkness для Nintendo 64. Шиничи Сея программировал звук в Super Spy Hunter, Blaster Master, Gremlins 2. Звуковой драйвер для игры написал Шиничи Сея. Над программированием также работал Марумо, он же Наошиса Морота. Звук с нотного листа кодировался прямо в ассемблер. Довольно предисловий, перейдем к знакомству с игрой. Согласно американской версии игры Blaster Master, от некоего подростка Джейсона Фрудника сбегает лягушка Фред. Под воздействием радиации вырастает до чудовищных размеров и уходит под землю. За ней следует Джейсон. Находит под землей танк Sophia the Third, Nora MA-01, MA это Metal Attacker, и отправляется сражаться на нем с радиоактивными мутантами, управляемыми боссом Плутонием. Осознавая дикость этой истории, позже была выпущена 100-страничная книжка Айл Сингера из серии Worlds of Power, где объясняется появление под землей танка. Оказывается, на нем с планеты Сигнар-Эль прибыла инопланетянка с труднопроизносимым именем, которому на Земле соответствует имя Ева. И вот эта Ева, вегетарианка, дочь правителя одного из государств под названием Пумблорк, юная ученая. Она отправилась в космическое путешествие искать иные формы жизни. Когда нашла Землю, то связалась с родной планетой, чтобы передать координаты. Но при сеансе связи ее начальник только и успел сказать, чтобы Ева координаты не давала. На этом связь прервалась. Но Ева уже успела таки передать координаты. Когда девушка вернулась на Сигнар-Эль, то обнаружила свою планету опустошенной, безжизненной, светящейся от радиации. Ева помнила предания о неких инопланетных, даже для нее, мутантах, полубогах, светящихся сущностях, рожденных в отдаленном мире в ходе подземных ядерных испытаний. Эти существа путешествовали по Вселенной, уничтожая все живое. И вот одно из таких существ, так называемый босс Плутонии, много веков назад поселился под поверхностью Евиной планеты, рос там и рос, пока наконец не вырвался наружу. Теперь Плутонию нужна была новая планета для жизни в недрах, и у него были переданы Евой координаты Земли. Не буду пересказывать книжку, в которой Джейсон и Ева еще с одним чуваком Алексом вместе путешествуют в подземельях на мобильном танке. Позже Джейсон женится на Еве, у них рождаются дети Роди и Элфи, сами Джейсон и Ева умирают, а дети наследуют чудо-танк и продолжают воевать с радиоактивными существами, сородичами босса Плутония. Американская заставка перед началом игры выглядит так.
Теперь японская версия игры «Метафайте». К сожалению, я не знаю японского языка, иначе изложил бы сюжет более толково. А так приходится в двух вариантах, ибо я встречал два даже не перевода, а пересказа на английский руководства к игре. Согласно одному пересказу, завязка сюжета такова. В галактике Эпсилон есть планета София III. В ее солнечную систему вторгается Гоиз, завоеватель миров и самопровозглашенный бог вселенной. Он вторгается вместе с военными силами Инбем Дарк Стар Кластер. Выживает только выпускница научной академии Нора Сателлайт, Нора Спутник. Она создает танк Metal Attacker, в котором пилоту Кейну Гарднеру надлежит сразиться с Гоизом и его войсками. По другому пересказу выживает не выпускница Академии наук Нора, а ученые Академии наук. Они спасаются бегством на планету-спутник Нору, там делают танки и отправляют пилота Кейна сражаться с Гоизом. В этой передаче далее я буду показывать японскую версию игры, ибо у нее есть любопытные отличия, хотя нет вступительного мультика с лягушкой. Японская заставка перед началом игры выглядит так. Далее мы попадаем в огромный мир, разделенный на 8 областей, между которыми можно свободно перемещаться. Уничтожая врагов, вы получаете разные пополнения. Кружочки с буквой P добавляют пункты жизни, а H – горючие летательных функций вашего танка, когда вы получите таковые функции. Кроме обычной пушки, танк может стрелять одним из трех выбранных через меню старт видов снарядов. Для такой стрельбы надо нажимать вниз и выстрел. Но самое интересное заключается в том, что вы можете выходить из своего танка и путешествовать отдельно от него. Только так можно проникнуть в некоторые области основной карты, и только так можно заходить в, позаимствуем термин из RPG, данжи. В данжах вид уже сверху сбоку. Тут надо мочить врагов и собирать накопительные усовершенствования для оружия. Они отображаются в шкале ган. Пилот танка способен стрелять основным оружием и гранатами. У гранат, впрочем, небольшая дальность. В игре известен глюк, при котором некоторых боссов можно закидать этими гранатами при нажатой паузе, когда босс сверкает от попадания в него. И если подождать на паузы, гранаты продолжают ранить босса. Если вы думаете, что это сильно поможет в прохождении, то напрасно. В каждой области игры есть данжи двух типов. Одни с пополнялками, другие с пополнялками и боссами. Победа над каждым боссом дает новую запчасть для танка, с помощью которой вы сможете добраться в следующую область. Ведь двери переходов между областями достижимы не сразу, а по мере усовершенствования вашего танка. Ведь по мере его улучшения он получит возможность летать, плавать, ездить по стенам, а затем и по потолкам. Все это описано и разжевано в документации к игре, но в 90-е у меня ее не было, и до всего пришлось доходить своим умом без какой-либо подсказки, потому что кроме меня я не знал никого, кто бы еще играл в эту игру. С одной стороны, поди догадайся, что в первой области в самом начале можно лететь наверх, чтобы попасть в другую область. С другой стороны, какой вызов разуму. Вы облазали все закоулки, идти больше некуда, и тут приходит мысль. Надо вернуться в самое начало и попробовать воспарить, а вот что получится. И когда получилось, это было неожиданно классно. Куда интереснее, чем если бы я прочел это, об этом в документации, которая еще и карту уровней дает. А американцы в обзорах 1988 года жаловали, что игра слишком сложная. Попробовали бы они проходить без книжечки. Первый босс сразу дает прикурить, невозможно стоять в сторонке и валить его, надо постоянно двигаться. Все боссы в игре огромные, графика не шибко отличается от сеговской.
Победив босса, получаем усиленную пушку, чтобы справиться с первой непреодолимой ранее преградой. Графика в игре очень классная и близка к Sega Master System, а по меркам игр 88 года для NES вообще офигительная. Blaster Master выглядит вне времени, во многом благодаря тому, что ни обстановка, ни враги не уподоблены каким-то реалиям, а напротив, отстранены от действительности. Какие-то странные существа, мины, роботы, муравьи, опасные лужи, бесконечные коридоры и череда опасных препятствий. Область номер 2 похожа на средневековый замок, но это не замок в классическом понимании, а просто лабиринт, имеющий внешнее подобие замка. Тут впервые в игре появляется самый гнусный вид врагов – муравьи, которых, если не удается убить на излете или самонаводящимися снарядами, приходится расстреливать, покинув танк, потому что они ниже уровня дула пушки. Здесь же вполне можно оценить пользу от данжей, куда полезно наведываться неоднократно, чтобы прокачать оружие пилота и запастись разными снарядами и топливом для танка. Босс второго уровня хорошо валится полностью прокачанным оружием, без помощи гранат. Победив его, вы получаете новый апгрейд пушки. Теперь она может пробивать некоторые стены. Остается только найти, где пробить стены, чтобы открылся проход к следующей области. Третья область напоминает мне старую досовскую игру «Электробады». Тут же запомните вход в последнюю, восьмую область. Только добраться туда вы сможете лишь обретя способность передвигаться по потолку. Мураши на этом уровне вполне терпимы, хотя появился новый их подвид, красные. Уровень умеренно сложный и не вызывает раздражения. В конце вас ждет битва со странным кубом, причем убить его надо как можно скорее, ибо куб постепенно загромождает своими копиями экран, и у вас остается меньше пространства для перемещения. Одержав победу, вы получаете леталку. С ней-то и пробираемся в четвертую область. В ней нас ожидает преграда. Нужен ключ. Ключ, понятное дело, у босса. До босса надо преодолеть однообразные коридоры, которые трудно запоминаются. Но все ничего, лишь бы в нужный момент хватило топлива для леталки, иначе придется колесить влево-вправо, уничтожая летающих врагов, чтобы выбить из них топливо. Босс этого уровня – огромная лягушка. Надо полагать, это и есть увеличившийся питомец Джейсона – Фред. Таким образом, в игру вносится трагическая составляющая. Надо убить собственного друга. Что не так-то просто. С ключом отправляемся к запертой двери. Здесь и проявляется одно из отличий японской версии игры от американской. Если в американской вы, поднявшись по этой лестнице, затем спускаетесь по другую сторону двери по разным платформам, то в японской
Стоп! А ведь у вас на всю игру всего 3 жизни. Если вы не знаете про этот прикол, вы обязательно потратите 1 жизнь только, чтобы увидеть эту коротенькую лестничку. А если вы знаете про этот прикол, то надо будет еще ухитриться прыгнуть достаточно точно, да еще за лестничку зацепиться. Область 5. Водный мир. Здесь придется много поплавать, покинув танк. Танк вообще будет стоять на дне, пока вы не победите очередного босса и не заберете у него плавалку для танка. С нею танк сможет плавать. Относительная слабость врагов с лихвой перечеркивается запутанностью лабиринта. Уровень долгий, хотя интересный. Плавательный апгрейд сторожит здоровенный краб. Несмотря на внушительность, одолеть его проще, чем остальных боссов. Потом, конечно же, надо совершить заплыв, чтобы добраться до танка. Уровень не кончается, предстоит еще вдоволь насладиться красотами подводного мира. Область 6. Из царства воды попадаем в царство льда. Поверхности становятся скользкими, местность то крайне пересеченной, то открытой. Лед проявляет свою подлость также и в данжах, поэтому надо освоить переход по ледяным плитам наискосок. Сразившись с боссом, мы получаем на сей раз апгрейд для езды танка по стенам. Пилим теперь в замок. Область 7. Тут вдоволь придется расчищать себе дорогу, лазать по данжам, но в целом как-то полегче ледяного уровня. Всю игру продолжает радовать музыка. Босс снова лягушка, но ядовитого цвета и гораздо злее прежней. Сейчас я едва прошел ее на паузе, хотя в старые добрые времена, в 90-е, победил безо всяких ухищрений. Расправившись с боссом, мы получаем благо или проклятие, возможность ездить по потолкам. Это перечеркивает все навыки управления танком, теперь он становится непослушным и часто заезжает куда не надо, например, в разные ямы с шипами. Теперь наш танк полностью прокачан, и путь лежит снова в ту техно-область, которая показалась мне похожей на игру Электробады. Там недоступный ранее вход в последний, 8-й уровень. Это сложнее Battletoads. В Battletoads есть подобные напряженные уровни, там где со змейкой или вращающейся башней. Но там как ни крути, можно отделаться ловкостью. Здесь же, в Blaster Master, не зная пути, тупо тратишь жизни, чтобы разведать уровень. Потом где-то не хватает пунктов леталки, где-то пунктов жизни. И так, дойдя до последнего уровня, просаживаешь все жизни и все, начиная сначала.
Данжи, как таковые, гораздо проще местности с танком, особенно когда оружие прокачано полностью. Хотя и тут приходится поуворачиваться. В последнем данже много пустых и, я бы сказал, ложных комнат. Надо найти ту, где прячется босс Плутоний, он же Гоиз в японской версии игры. Сражение с этим окончательным боссом озадачивает в плане сюжета. Лишь по книжке, написанной Эл Сингером по игре, становится ясно, что оба последних босса, и непонятное чудовище, и рыцарь-великан, это две формы босса Плутония. Концовка в японской версии игры отличается от американской в лучшую сторону, но я не буду показывать ни ту, ни другую. Проходите и смотрите сами. После 1988 года вышло много продолжений Blaster Master, чей сюжет, а не Metafight, был взят за основу серии. Сначала появился для Game Boy Blaster Master Boy, по сути Bomberman под соусом Blaster Master. Blaster Master 2 для Sega продолжает сюжетную линию первого Blaster Master и не так плохо, как о нем пишут в обзорах. Blaster Master Enemy Below или Metafight X для Game Boy Color переделанный первый Blaster Master. Довольно неплохая игра. Blaster Master Blasting Again трехмерная версия для PlayStation. Для записи этой передачи мне не удалось запустить игру в эмуляторе, кроме заставки. Хотя пару лет назад получалось. Помню очень неудобное управление. Действие игры разворачивается после смерти Евы и Джейсона, и в качестве основного персонажа действует их сын Родди. Также в 2010 году для
В AI вышел Blaster Master Overdrive, а недавно появился Blaster Master Zero для Nintendo Switch и Nintendo 3DS. Вот это достойный продолжатель самой первой части по духу и графике. Лично я в него, как и в версию 2010 года, не играл, но смотрел видео на YouTube. Но мне хотелось рассказать именно о 8-битном Blaster Master, который я с удовольствием прошел в 90-х и с большим трудом сейчас, снимая эту передачу. Спасибо за внимание.